С середины мая по октябрь в Анапе традиционно устанавливается жаркая и сухая погода, зачастую с сильным ветром, что способствует возникновению пожаров. Угрозе возникновения природных ландшафтных пожаров подвергается примерно 45-50% территории муниципального образования город-курорт Анапа. С целью противопожарной защиты территории разработан и реализуется комплекс превентивных профилактических мероприятий. От эффективности выполнения данных мероприятий зависит снижение степени риска пожарной опасности. Задействованы все сотрудники Анапского пожарного гарнизона и добровольные дружины. Одна из проблем – отдаленные от пожарных караулов сельские пункты. Для решения проблемы закупают специальные прицепы, оснащенные емкостями для воды, пожарными рукавами. На заседании отметили важность взаимодействия глав сельских округов с органами ТОС, предприятиями и добровольческими дружинами. В сельских округах проводится опашка территорий, граничащих с лесными массивами. В каждом из 23 казачьих обществ созданы мобильные группы, которые ежедневно мониторят ситуацию вокруг своих населенных пунктов. Не менее важный вопрос – безопасность на водных объектах. Старший инспектор Анапского участка ГИМС Сергей Стариков сообщил, что проведено семинарское занятие с руководителями образовательных учреждений. Передан пакет документов всем предприятиям учреждений санаторно-курортного комплекса. Составлен график технического освидетельствования пляжных территорий. Я бы хотел, чтобы все эти вопросы, которые вы поднимали, они были услышаны, говорит, каждым из присутствующих и глав администрации, что мы прошли этот купальный сезон или курортный сезон на высшем уровне, и как гордо меньше у нас было всяких таких, будем говорить, червячальных ситуаций.